приветствую, дорогие мои отцы, братья и сестры. Поздравляю вас с праздником, престольным днем этого храма. Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Вы уже слышали, что этот праздник приходится на сегодняшний воскресный день, который носит особенное название «Неделя о блудном сыне». Эту притчу мы с вами слышали. Эта притча даже называется «Малым Евангелием». Мы слышали, что в ней рассказывается о том, как младший сын просит у отца своего наследства и уходит в страну далечь. Если он просит часть наследства, значит, она уже была отписана, эта часть наследства. А наследство когда приобретается? Да? Как мы знаем, когда умирает тот, кто владеет этим наследством? Да? Только тогда вступает в силу, что часть наследства можно забрать. А здесь вот сын просит заранее, дай мне тут, когда ты вот умрешь, ту часть наследства, дай мне ее сейчас. Один из философов сказал, что Бог умер. Вот скажите, Бог может умереть? Нет. Оказывается, может. А как он может умереть, скажите? Вот как он может, вот как может умереть бессмертный Бог, скажите? Когда умирает сердце человека. А вот тогда, когда мы его с вами забываем. Вот он нам не нужен Бог. Вот не нужен. Вот вспомните себя, он нам нужен был недавно, но не нужен. Вот жили мы вот так, жили, да? Вот, ели, пили, на работу ходили, денежки получали. Кто-то большие, кто-то маленькие. О Боге это и не думали. Для нас он тогда был умершим. Он умер, его нет. У нас в сердце, у них Бог, он нам не нужен. Мы без него живем. Вот, к сожалению, такое состояние человеческое бывает очень часто, когда Бог умирает. И вот нам надо, дорогие мои, чтобы в нас Бог всегда воскресал. Но это бывает в основном тогда, когда у нас с вами случаются какие-то, ну, счастье, взгоды, жизнь кажется бесцельная, нет совершенно смысла этой жизни. Как жить смысла? Нет, что, мы ели, едим, пьем, все кажется хорошо, а в жизни-то нет ничего, жизнь-то пустая. И вот тогда у нас начинает этот Бог воскрешать. А так он умерший, он умер для нас, потому что нет ни в уме в нашем, ни в сердце Бога у нас нет. Вот так же и этот сын этого папы своего, в этой притче о чем говорится, что кто он, этот отец, да это Бог. А сын младший, это мы с вами такие, да, вот, которые просим наследство, да, думаем, ничего, мы как-нибудь сами справимся. И, конечно, справляемся, да. И друзья у нас, мы думаем, что все будет прекрасно, хорошо, замечательно будет. Ведь деньги-то, которые не заработанные нами-то, да, они же как-то расстраиваются очень быстро. Ну, пришли откуда деньги, особенно сейчас очень бывает это, да. Пришли денежка откуда-то, ты их не заработал, ты из воздуха их сделал, акции взял или что-то такое. Вот. А поэтому их как-то и тратятся так они, как говорится, необдуманно. Спокойно, на то потратил, на бульяне потратил, на еще чего-то потратил, или на кого-то потратил. А когда человек зарабатывает, у него нет времени думать, у него нет времени свободного, потому что он целыми сутками работает. У него, можно сказать, и образно, и на самом деле руки в мозоли. У кого-то даже в кровавых от того, что много приходится работать. Такое бывает. Не то, что он кого-то убивает. Нет, просто много работает человек. Намахайся ломом, да, где-нибудь землю побей, мёрзлый. Конечно, будут руки, все уже будут в крови. Вот так бывает. Тогда человек, он ценит свою копеечку-то. Он понимает, как она ценна-то, да?
так. Для него самого не будет тратить его просто так. Но наш современный мир такой, что мы, вот как мы с вами рассуждаем, да? Вот они, детишки все, им надо все дать, да. Они же вот растут, им надо дать, в первую очередь детям надо дать, да? Так же мы думаем? Как? Так же мы думаем, да? Воспитаем одного ребеночка, надо кому? Детям, да, детям, правильно, это надо дать детям, конечно. Как мне люди старые рассказывали, как ждали отца с работы, а дети есть хотели. А мама говорит, лучше кусок отцу. Лучше кусок отцу, да? Потому что работает. Вот. Когда мы воспитываем детей, что они бездумно получают то, что мы им даем, мы думаем, надо же дать, ну воспитать их надо. Не воспитать, а дать им. Не воспитать, а дать. А дети обуть, докормить. Машину купить, да? Можно даже... Одна женщина пришла недавно, ну, некоторое время назад, и говорит, знаете, у меня сын, говорит, просит, мама, купи мне вторую машину. Ну, вот молодые люди, вот мы сейчас видим, вот по нашим городам, пожалуйста, да, на дорогих машинах, ну, ездят, это ничего, пускай ездят. С дорогими телефонами стоят, вот, которые стоят под 100, под 60 тысяч, да. Кажется, в стране кризис. Священников укоряют, что они ездят на иномарках, хотя это иномарки не самые дорогие. Сейчас все на иномарках ездят, да? Потому что наше отечественное производство, российское автомобильное, как говорится, себе дороже будет покупать машины. Это мы все знаем прекрасно. Поэтому священники для того, чтобы они люди не богатые, чтобы покупать такие дешевые вещи, да? А для того, чтобы для работы покупать все более практические машины. А не для того, чтобы куда-то ездить, для работы. Их машина для чего? Причастить людей, что-нибудь для церкви привезти. Для чего машина священнику нужна? Для этого. Для работы, для служения. А когда молодой человек получает это все так, пожалуйста, да, то он и тратит это так. Он не заботится об этом. Вот этот молодой человек точно так же неразумно все тратил. Тратил. И в конце концов, что получается, когда человек все истрачивается, ничего у него не остается. Даже кушать не на что. Но зато за это время, пока он деньги тратил, он приобрел себе множество, в кавычках, друзей. А друзья эти называются как? Наши дурные привычки. Пока у него было все, ему все же позволяли, родители все же позволяют дитя своему, да? Бери, дедушка моя, вот то тебе, это тебе, бери. За это время ребеночек приобретает множество дурных привычек, вот в кавычках друзей. Вот так этот человек тоже, молодой человек, приобрел себе множество всяких дурных привычек. А они, привычки-то, они что? Они же нам пользы не приносят, они только вот, как говорится, нас толкают к чему-то. Вот, к чему-то, но их-то как-то надо питать чем-то. Вот он и пошел, этот молодой человек, чем питать-то? Пошел к какому-то другому человеку. Этот человек, можно назвать, кто он такой, враг рода человеческого, дьявол. Вот куда он его отправил? Свиней пасти. Вот что происходит, когда человек отходит от Бога, все растрачивает, все, что ему было дано, он безумно растратил, приобрел себе всякие дурные навыки. Ну, какие наши навыки, особенно здесь, мы прекрасно их знаем, да, особенно в селе здесь. Вот. Некоторое время назад, будучи в Ольховке, я еще когда здесь служил, мы в монастыре, идет женщина, взрослая женщина, вот такого ребеночка ведет за руку и матом ругает с ним. Я ей говорю, ну что ж ты матом-то ругаешься-то? Ну? Пожалуйста, да, какие у нас здесь привычки дурные, мы это прекрасно знаем. Мат это норма жизни. Матом ругаться норма жизни. Пьянство это тоже норма жизни. Вот. Обманывать тоже норма жизни. Изменять друг друга тоже норма жизни. Иметь как так называемые гражданские браки, хотя это не гражданские браки, а блудное сожительство, это тоже норма жизни. Вот что приобретается за это время. Хотя мы успокаиваем себя, говорим, все так живут.
Ну пусть хорошо, ну что, это живут. Но дело касается нас с вами. Вот опустошаемся. И к кому мы приходим? Уходим от Бога, а приходим мы к другому личности, которая говорит, пожалуйста, иди вот ко мне, свиней паси, а кушать тебе, я тебе даже и свиной пищи не дам, которую я вот свиней кормлю, я тебе этого даже не дам. А душа-то не терпит пустоты, чего-то хочет развлекаться, она привыкла развлекаться, бездумно жить. Вот. И вот если человек за это время вдруг его озаряет, как этого молодого человека, он вспомнил, куда же я попал-то? Ведь у моего отца работники, которые землю копают, он сын этого человека, да, своего отца. Он вспомнил, что у него, у работника, у его отца живут лучше, чем он живет. Они землю копают, в доме убирают, подметают, огород там высажают, ну, хозяйство ведут. Но они лучше живут, чем я живу. Тогда он подумал, я вот пойду я к своему отцу. И скажу, отче, согрешил я на небо пред тобой. Возьми меня обратно. В работники возьми. Это, знаете, это счастье, когда человек вдруг... Это счастье для человека, когда он вдруг начинает обращаться, вспоминает своего отца. А мы видим, сколько людей не вспоминает даже. Вот так живут бездумно, да? Я об этом говорю вам, дорогие мои. Вот сегодня вы собрались в довольно-таки большом числе для этого прихода, потому что, ну, я бы сказал, одно из, наверное, больших посещений, да, в этом году получается, да, праздника. Поэтому я обращаюсь к вам, потому что вы все здесь стоящие, мамы, папы, бабушки, дедушки, да? Вот. Подумайте о своих детях. Что им важнее дать? Одеть, обуть, накормить, да? Вот. Купить что-нибудь, квартиру купить, машину, или, может быть, дать, сказать, сынок, это делать надо, а это делать не надо. Да? Это хорошо, а это плохо. Может быть, с малого возраста их так и воспитывают, да, сначала. Это надо делать. Может быть, каждый день с ним что-нибудь читать? Но если уж мы не молимся, то хотя бы читать что-нибудь, да, с ними. Может быть, каждый день посвящать своему ребеночку времени, да, какое-то. Дать ему хорошую профессию, навык. Давай, а пойдем с тобой постолярничаем, потом пойдем с тобой что-нибудь поделаем, да, чтобы хоть молодой человек умел молоток в руках держать, а девочка могла щи варить, да, шить могла бы, или английский язык она выучит потом, в школе выучит, а вот шить, варить, ухаживать за супругом и за детьми, кто ее научит, кроме вас, а, кто, я не другой научит, телевизор научит, мне не научит, откуда вас, где воспитываются дети, скажите, где? Ну где воспитываются? В семье, правильно. Вот если вы не будете смотреть за ним, счастье. Если вы только будете думать, что как их одеть, накормить, обуть, а девочка будет приходить и говорить, мама, а вот у Маши платье лучше, ты мне купи такое же платье, да, и мама излезет, как говорится, да, чтобы купить лучше платье. А чтобы сказать, слушай, Маша, смотри, как мы живем. Смотри, как у тебя еще братик есть, да? Его надо еще докормить. И на него надо денежку потратить. Давай-ка подумаем об этом. Вот когда мы с вами займемся воспитанием своих детей, и дадим им нормальное воспитание, семейное воспитание, это сейчас трудно, потому что семьи у нас в основном не полные. Родители, особенно папа, уезжают в Москву. Что греха таить, там заводят новые семьи. Я как бы так, да, неофициально. Такое бывает, к сожалению, да. Вот поэтому какая наша задача? Чтобы мы хотя бы хотим, чтобы из них что-то путное получилось. Простите за такое простое слово, да. Постараться, конечно, как можно дать им хорошее, доброе воспитание. Потому что воспитание не дастся ни в школе. Даже в церковно-воскресной школе его не дастся, если дома тоже родители не будут заниматься с ребеночком.
Он здесь позанимается, это уже, я уже смотрю наши воскресные школы, наши преподаватели стараются, говорят, а ребеночек даже, у которого родители в школу приходят в церковь, они с ним дома не занимаются. Неинтересно. Интересно совсем другое. Соцсети интересны. Вот. Бог сегодняшний, да? Интернет. Вот сегодняшний Бог. Вот это интересно для папы. Или для мамы. Когда будет интересен свое чадо, вот, которое здесь стоящее, вот оно, видите, как красивое, да? Хорошенькие. Правда же? Да, мы подумаем, а ты сегодня уроки сделала? Давай с тобой почитаем чего-нибудь, да? Давай помолимся с тобой, если мы молимся, конечно, да? И у ребеночка это будет откладываться. А ты сегодня мне помогла, а помоги мне на кухоньке убрать, да? Постирать помоги, сготовить помоги. А папа скажет своему сыночку, давай с тобой что-нибудь поделаем, да? Руками что-нибудь, потрудимся, что хоть поту досыжим. Тогда, я думаю, получится что-то доброе. И вот этот пример мы видим, что почему, откуда взялись эти три великих свидетеля, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, что они, с неба упали, что ли? Нет, они ведь выросли в семье. Но семьи-то были благочестивы. Например, в семье Василия Великого практически его мама, братья и сестры все относятся к лику святых. Представьте, да? Семья относится все к лику святых. Иоанн Златоуст, он тоже кажется, ну, человек изнеженный, казалось бы, да? Мама его только воспитывала одна. Она тоже его воспитала. Григорий Богослов, тоже были родители, воспитывали его. Откуда они взялись, вот эти святые, да? И все, как говорится, от папы и от мамы. И кто их воспитывал? Опять же, кто? Родители воспитывали. Как они их воспитали, мы видим. Скажите, вот если бы они их не воспитывали, бросили бы на улицу, они бегали, стали бы они святыми? Ну, стали бы они святыми? А? Да? Ну, попробуй брось своего ребенка. Давайте испытаем, вполне возможно. Бросим мы своего ребенка, и пусть он на улице бегает, да? Пусть он сидит около интернета, пусть смотрит, да, что хочет. Станет он святым? Вот, дорогие мои. Поэтому, откуда взялись три великих святителя, да? Потому что у них была добрая семья. Добрые родители. А евангельское слово, как говорит, только от доброго дерева что рождается? Доброе.